Проект сохранения, изучения и развития чувашского языка, утвержденный на днях в правительстве республики, рассчитан не на один год. Это системная масштабная работа, позволяющая затронуть многие направления в области культуры. На эти цели направят более 28 миллионов рублей. Я думаю, вот это решение Кабинета министров, оно совершенно правильное, потому что если мы, чуваши, сами не будем о себе думать, никто про нас думать не будет. Пока государство не будет помогать, этого развития не будет. И очень хорошо там, что в программе по культуре на ближайшие 5 лет, вот впервые за последние десятилетия вспомнили о творцах, о композиторах, о писателях. Самая главная ответственность вот в этих творцах. Если они придумают такое интересное, что люди захотят по-чувашски разговаривать, не надо их заставлять. Но со своей стороны, я вот когда решение Кабинета министров вышло, я сразу про себя подумал, думаю, а я вот директор филармонии, что могу сделать? Вот, допустим, сайт, да, мы говорим, он на русском языке, но надо сделать, чтобы он был на чувашском, да, чтобы чуваши могли заходить, смотреть, и песни были, чтобы интересные, чтобы рок-опер был не одна, там, а 10 их, чтобы был выбор большой, мюзиклы. Вот наша работа.